Всем огромный привет! Рада всех приветствовать у себя на канале. Сегодня я хочу показать свои пустые баночки, которые у меня закончились в декабре месяце. Не знаю, будет ли это первая часть, либо это будет единственная часть. Еще не определено, потому что еще полмесяца нужно прожить, поэтому давайте не буду затягивать, начну показывать свои безусловные какие-то фавориты и те продукты, которые меня разочаровали и которые я больше покупать никогда не буду. Вот такое вот гель-масло от компании Врашек с ароматом. Там идет здесь черника или ежевика и лаванда. Оно, девчонки, меня поразило. Вот здесь осталось немножко, можно увидеть, какое оно густое. Это невероятный продукт, который стоит покупать всегда в компании Yves Rocher. На него не жалко никаких денег, стоит он где-то 249 или 269 рублей, но средство достаточно экономично, и после использование данного продукта не нужно никаких лосьонов уже после того, как вы помылись. Ну, в общем, не нужно ничем увлажнять кожу. Невероятно классный продукт. Также мне очень сильно понравился вот этот ля крем тонизирующий с молочными протеинами. Приятный аромат. Вот аромат сыграл здесь огромную роль. Мне еще нравится с ароматом мяты из этой же серии, но грейпфрут тоже звучал достаточно звонко, интересно, как-то позитивно. И вот сейчас, именно в декабре, он зашел на ура. Я с превеликим удовольствием его использовала. Ну и куда же без иланг-иланг? Их у меня в запасе, как всегда, было очень много, и поэтому я нажимала на именно его использование. Я его вливаю и в дозатор, использую как жидкое мыло и как гель для душа. Невероятный аромат. Вот здесь произведено именно компанией Yves Rocher, и аромат иланг-иланг, он очень-очень классный. Брала я из натуральной косметики с ароматом иланг-иланг, и мне ни одно средство вообще не нравилось. А именно от компании Yves Rocher мне нравится. Ну, бессменный фаворит BB-шампунь от компании Avon. Все его любят. Я прям наблюдаю, как девчонкам постоянно в обзорах они рассказывают про этот шампунь, говорят, что он им безумно нравится. Я такая сижу и головой махаю, говорю, тоже сама с собой разговариваю, говорю, да, это классный шампунь, почему его сейчас больше не продают, как без него жить. От компании Доктор Пьер Рико закончился вот такой вот шампунь, я даже сейчас уже не помню, для чего этот, для ухода за волосами, укрепляющий шампунь. Знаете, я не скажу, что он безумно понравился. Вот раньше я брала в фиолетовом, в желтом, желто-оранжевом какой-то упаковке. Мне нравилось больше в синей я брала для объема. А вот этот вот какой-то была новинка со всеми там витаминами, минеральными комплексами. И вы знаете, аромат мне не понравился. По действию было не настолько шикарно, как бы я хотела за ту сумму, которую дерет компания Доктор Пьер Рико за него, по-моему, 500 рублей. Если я не ошибаюсь, но, в общем, девчонки, не знаю, повторять больше не буду. Люблю вот эту краску, использую данный оттенок 9.1, очень светлый блондин пепельный, использую его зимой именно на корни, стараюсь где-то отступать от корней сантиметров 5-8, тоже окрашиваю именно этой краской, держу минут 10 на длине, и, вы знаете, получаются очень красивые такие тонированные волосы, мне безумно нравится, волосы не сжигает, и эффект, конечно, как я уже сказала, мне очень нравится. Фаворитом моим стал уксус с марингой. Я люблю уксус с малиной, но вот с марингой мне тоже очень-очень сильно понравился. Пахнет какими-то конфетками. С малиной у меня тоже чуть-чуть его осталось. Я уже не стала его вчера лишнее переливать, чтобы вам показать, поэтому показываю только с марингой. Очень крутой уксус, волосы рассыпчатые, блестящие. Вот, допустим, мои осветленные волосы не сильно живые, такие унылые достаточно, он оживляет в момент. Далее поразило меня вот это вот средство, это Доктор Пьер Рико, и это средство с кислотами, АХА-кислоты, такой вот жидкий пилинг. Невероятно крутой продукт. Кто вообще занимается тем, что ухаживает в осенний, зимний, весенний период за кожей, используя кислоты, обратите внимание именно на это средство. Да, стоит оно не бюджетно, в районе, мне кажется, 1000 рублей. Но когда вы его наносите, от него не исходит какого-то такого злощавого
тумана, который всегда попадает в глаза. Вот я даже использую, допустим, диски от компании Avon, пилинг-диски, потом это у меня все идет в глаза, даже если ты от глаз далеко, идет это все в рот, вот эти ага-кислоты, здесь же нет, здесь очень все деликатно, приятно, и эффект невероятный, просто кожа омолаживается, ну, невероятно, после использования где-то дней 10-15, вообще кожу невозможно узнать, и если какие-то есть морщинки, они вот действительно разглаживаются, это никакой не фейк, это есть так. Также мне понравился безумно вот этот тоник. Девчонки, стоит 80 чем-то рублей. Какой он классный. Вот я прямо сейчас хочу купить вот этих тоников для жирной кожи. Он вообще впитывал весь жир, не давал коже жирниться так, чтобы это было как-то дискомфортно в течение дня. То есть вот этот вот яркий такой мятный аромат, он тоже тонизировал кожу так. Я вот, посмотрев видео Иришки, Иришка, тебе привет, Биби Брайан, может, я неправильно сейчас называю, Ириш, ну ты поняла, что я про тебя говорю. Иришка показывала свои лайфхаки, она разрезала диск и говорит, нужно наносить там тоник и очень хорошо тонизировать под глазками вместо патчи. Вот этим тоником я точно так же делала, девчонки, вот невероятный эффект. Рекомендую, кто увидит именно вот от Green Mamy вот этот тоник с мелиссой, попробуйте именно для этих целей под глаза, вы меня потом еще вспомните. Нравится мне данное вот это средство, я осталась от него в восторге, присылала мне его Людочка, огромное тебе спасибо, я с превеликим удовольствием прям вообще Мила 1983, по-моему, ник так, если я сейчас не ошибаюсь. У меня сейчас просто, я так волнуюсь, девчонки, у меня все из головы вылетело, но невероятно классные витамины для лица. Я его сравнивала, ну, под вид с гидролатом, постоянно его наносила, разбрызгивая по лицу, но иногда его наносила на спонж, и тоже наносила под глаза. Очень-очень сильно понравился, буду, безусловно, обязательно повторять. 150 раз показываю вот эту вот маску, не могу, девчонки, от нее отказаться, уже сижу на ней целый год, на этих масках, и кайфую, потому что результат мне очень-очень сильно нравится. Также уже, наверное, на третью или четвертую маску, посмотрите, какая она у меня вся уже чумазая. Вы знаете, я не смогла это оттереть, я не знаю, какая-то деформация произошла флакончика, все послезло. Эта маска пленка золотая от InYou, тоже мой фаворит, влюбилась в нее, не могу без нее жить. Деликатно снимает ороговевшие частицы кожи, в том числе сразу увлажняет кожу, делает ее более такой нежной, бархатистой. И причем она какая-то становится напитанная, то есть после нее я могла не наносить никаких кремов, никаких сывороток, наносила тоналку и бежала по своим делам и получала только комплименты. Вот такая вот классная сыворотка от V-Cosmetics. Я люблю вот эти сыворотки. Я как-то раз получала такую сыворотку на взор, потом я делала заказ в этой компании и заказывала только вот такие вот сыворотки. Я прям обожаю, они очень быстро впитываются. Ну, идет такая легкая подтяжка лица. Мне нравилось использовать именно под глаза, наносить на шею, декольте. Ну, стоимость у нее, я думаю, в районе где-то 500 или даже 390 рублей. Стоимость нормальная, можно себе позволить побаловать свою кожу. Неоднозначное мнение о вот таком вот креме. Его очень многие любят, очень многие ненавидят. Видела также у Альмиры. Альмирочка говорила, что... Вернее, это ник Альмира, зовут Иришка. Иришка говорила, что ужаснейший крем, все забивает. Вы знаете, после второго-третьего применения, действительно, у меня тоже он все забивает. Я не могла его никогда полностью использовать, но дочка моя подсела на этот крем. Дочке 15 лет, она, ну, его использует по своим целям, там наносит, допустим, как праймер на глаза, потом наносит какие-то там тени. И уже в такой, второй такой флакончик она сейчас как раз использует, и ей очень-очень сильно нравится. Но данная серия предназначена для молодой кожи, поэтому я считаю, что тут уж нужно знать, кому данной серией пользоваться. Следующий продукт тоже я получала его в подарок. Я его получала в подарок от Инночки. Инночка, огромный тебе привет. Силопант, я знаю, что это
невероятный компонент, и сейчас есть такая вся серия, там всякие крема, очень классный крем, его производят на Алтае, я все никак не могу сделать заказ в этой компании, хотя где вижу эти продукты в аптеке или где-то я стараюсь покупать, я просто фанатка данного вот этого крема. Инночка Сергеева, тебе огромный-преогромный привет, смотрю тебя с превеликим удовольствием, мне нравятся твои обзоры. Девочки, для рук, если касается для рук, для ногтей, вот тоже в 150 раз показываю фитокосметик, вот эта вот жидкость для снятия лака, ничем не хочу ее менять, заменять, стоит дешево, но очень-очень она эффективная. Ну, любимчик всей моей семьи, всех моих родственников и, конечно, всех моих знакомых, Elite Gentleman классический, что-то, девчонки, с чем-то, какой запах, ну, вот кайфуешь. Вот понимаете, и для мальчиков, и для мужчин, и для мужчин, которым уже за 60, за 70, вот он для всех. Вот я не знаю, я не находила еще ни одного человека, кто бы мне сказал: о боже, что это за ужас, пользоваться таким не буду. Вот закончилось у меня два дезодоранта женских, один мужской, начну с мужского. Деоника мужской закончился, использовал мой муж, остался от него в восторге в очередной раз, сказал: купи мне, пожалуйста, вот такой вот дезодорант, он очень-очень эффективный. Нравится мне дезодорант от Нивея, покупаю, девчонки, по скидкам, когда вижу, беру, черное-белое, вот не оставляет никаких пятен, этим он меня вот и берет. Но самый-самый любимый-прелюбимый, это вот этот вот от Garnier Mineral Active Control. Я не знаю, я брала в розовом, мне понравился запах, просто ужасный. Есть у меня ролик в розовом выполнении, исполнении, я не могу его допользовать, дочка не хочет. А вот этот мы, ну, в драку, если уж так сказать, то есть я дочери говорю: ты экономь вот этот дезодорант, потому что на него акции почему-то очень-очень редко. Девчонки, ну это что-то невероятное. Я вот, допустим, когда утром дочь наносит его себе, я потом, знаете, голову грею, думаю, ну каким парфюмом она сейчас набрызгалась, что за парфюм, почему я не знаю об этом парфюме. Потом она говорит: это же тот дезодорант, то есть, ну правда, ну шикарный запах, защита невероятно, вот все 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 в нем устраивает. Вот такой вот скрабик выкидываю, антицеллюлитный, здесь немножко осталось, у него закончился срок годности. Смотрела мою любимую Кристишку, канал «Моя территория», девчонки, подписывайтесь на ее канал. Вот действительно можно и научиться готовить, и убираться, и, кстати, крутые обзоры про пустые баночки. Вот Кристишка рассказывала про вот эти вот средства от Микролиз, и я хочу сказать, что классные продукты. Но, есть одно но, из-за того, что очень много продуктов в использовании, просто не успеваю всем пользоваться. Ну, вот этот скраб меня безумно поразил. Это, кстати, от Алтай Био. Вот я показывала Силопант, это, по-моему, тоже Алтай Био. Или что-то тоже алтайское. Облепиха, белая смородина. И вот, знаете, здесь была крупная соль. Наверное, вот эта соль, она давала тот самый результат, который вот сейчас мне как раз нужен. Занимаюсь, знаете, стараюсь сейчас подтянуть свою фигуру, стараюсь перейти на какое-то здоровое питание, но не всегда это, кстати, получается. Перейти также на какую-то такую косметическую диету, сократить все какие-то продукты и использовать более что-то такое классное, хорошее, эффективное. И вот именно вот этот скраб, он мне помогал сейчас зону бедер, талию, руки. Это все я обрабатывала этим скрабом. И вы знаете, действительно, кожа стала более эластичная, более подтянутая. Но, конечно, без каких-то физических тренировок толку никакого не будет, поэтому я применяю еще физические тренировки. Вот такой вот крем-гамаш у меня закончился. Это компания V-Cosmetic, по-моему. Тоже мне очень сильно понравился. Пользовалась превеликим удовольствием. Использовала полностью всю баночку. Как можно увидеть, помыла ее даже. Думаю, все до капельки. Было у меня вот такое средство от Сингары.
пропионика, точное применение на прыщи, такой гель классный. Жаль, что сейчас больше не писает, он у меня такой весь замызганный. Это, кстати, гель, он не отмывается. Я как ни пыталась, ну ни в какую вообще не отмывается. Думаю, ну, я думаю, вы меня простите, если я вам покажу в таком виде. Ну, ничего страшного, гель действительно очень классный. У меня тут, девчонки, спецэффекты. Куда же без них? Не буду вам показывать сегодня бытовую химию, но хочу показать вот этот дезодорант. Это какая-то новинка. Смотрите, Disney «Холодное сердце 2», реклама, смотрите в кино. И вот аромат розы сандала. Это что-то невероятное, что-то очень женственное, красивое и что-то завораживающее. Нету какого-то химозного яркого аромата розы, все сдержано, все хорошо. Я использовала, конечно, по тому применению, как здесь написано, освежала в ванной комнате, в туалете. Но иногда я даже забирала просто в комнату. Мне безумно понравился вот этот вот Glade. Брала в магните в обычном, рублей за 100 или за 150. И обязательно в этом году повторю. И, девчонки, выкидываю вот такую вот стромоту. Это палетка теней от компании Avon. Не хотела вам показывать, но покажу вам, чтобы вы могли видеть, какой ужас у меня творится. Вот это, кстати, тоже ничего не оттирается. Это тут какие-то там тени у меня позапеклись. Мне очень закончился вот этот средний цвет и закончился вот этот. Они мне очень сильно нравились. Кстати, вот этим я делала брови. Эта палетка и сейчас продается. И вот, знаете, она, конечно, она вот просто уже вот не оттирается. Я ее пыталась перед видео оттереть, но у меня ничего, к сожалению, не получилось. Поэтому, девчонки, вот эту стромоту выкидываю. У меня очень много всяких палеток, но это мне была так дорога к моей душе, что я просто, она у меня вот лежала, лежала так вот под рукой, если нужно было что-то быстренько сделать, то эта палетка, она просто была незаменима. В общем, спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Оставляйте обязательно свои комментарии, подписывайтесь на канал, колокольчик обязательно нажимайте, чтобы получать уведомления о поступлении новых видео. Сейчас, не сегодня, завтра получу классный заказ Avon, вам покажу, все расскажу. Заказала, нашла один такой крутой продукт, ни у кого, кстати, в заказах вообще не видела, поэтому будет интересно с вами его протестировать, посмотреть, как это все вообще... как это все выглядит. Поэтому обязательно подписывайтесь. Всем вам огромной-преогромной удачи и пока-пока!